Петровском путевом дворце, где сегодня состоится прием короля Бахрейна. И я здесь представляю свои картины, нарисованные сырой нефтью на холсте, инкрустированные хрустальным золотом, а также гранатами, изумрудами. Также картина нарисована сырой нефтью на холсте, инкрустированным хрустальным золотом, серебром, нефтью и бриллиантами. Картина нарисована сырой нефтью на холсте, которая называется «Суперлуния». Дело в том, что в 2014 году было небесное явление, которое называлось «Суперлуния». Это когда Земля приблизилась, точнее Луна приблизилась к Земле максимально близко и была больше в диаметре на 14%. А также здесь представлен арт-объект, который называется «Рог изобилия». Он сделан из 3000 старинных и современных монет, инкрустирован сусальным золотом, прописан сырой нефтью. Сам рог инкрустирован бриллиантами. Здесь собраны сюжеты, которые связаны с богатством. Это колба с нефтью, игральные кости, лягушка, сидящая на деньгах, время – деньги, время – песок, аллегория и компас, который можно поставить, если этот рог на юго-восток, по фэншую, то это будет приносить богатство. Специальный подиум, который постоянно вращается только по часовой стрелке, и звук падающих монет.